Как в известном всем стихотворении «От чистого сердца простыми словами» говорятся теплые слова самому близкому и родному человеку – матери. Благодарить ее нужно ежедневно, не забывая о том, что эти женщины делают и делали для нас. В городском доме культуры прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. Какие подарки были сделаны славянским матерям, смотрите в первом материале выпуска. Без матери не может быть счастлив ребенок, считает многодетная мама Лилит Веробян. С рождением каждой дочери жизнь ее становилась интереснее, радостнее. Быть матерью – большая ответственность, особенно если детей несколько. Нужно каждому уделить внимание, разглядеть таланты, помочь им развиться. Иметь хоть одного ребенка – это уже счастье для матери, а иметь троих – это тройное счастье. Каждый из них – это индивидуальность, и я рада, что я с каждой нахожу общий язык. За душевную щедрость и нравственную силу, воспитание детей в любви и заботе, сохранение и укрепление семейного благополучия и в честь Дня матери Лилит Веробян получила благодарственное письмо и памятные подарки от главы Славянского района Романа Синеговского. Такие же подарки получили все мамы, приглашенные на праздничный концерт. Это женщины, которые воспитывают нескольких детей, детей-инвалидов, матери, оставшиеся без помощи мужей. Оксана Василенко не просто многодетная мама. Несколько лет назад в ее семье произошло пополнение сразу на трех дочек, близняшек. О таком чуде мечтать даже не могла, говорит Оксана. И очень счастлива, ведь теперь у нее не одна, а четыре дочки. Ну, конечно, это очень тяжело. Это, я бы даже сказала, ответственная такая работа. Мы с мужем как бы обсуждали этот вопрос, и поэтому он хочет сына, и мы как бы... Может быть, не в ближайшее время, но чуть попозже, конечно. С Днем матери женщин Славянского района поздравил председатель Совета муниципального образования Григорий Литовко. Ни на минуточку материнская нить никогда не прерывается. Она всегда думает о нас, заботится о нас и верит в нас. Я от всей души хочу поблагодарить вас за тот труд материнский, который вы несете. Поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать, чтобы каждый день у вас был в семье мир, уют, тепло, порядок, и чтобы вы всегда были окутаны теплом своих родных и близких. С праздником вас! Как подчеркнул председатель совета, благодарить матерей нужно каждый день, ведь они всегда готовы отдать свое тепло детям, помочь и поддержать в трудную минуту, выслушать и понять. А мы, в свою очередь, должны беречь их, наших самых дорогих и близких людей. Торжественный прием, посвященный Дню матери, продолжил праздничный концерт. Для собравшихся выступили лучшие творческие коллективы города и района. Зана Ефремян, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».